Дамы и господа, Open FC представляет вам трехраундный бой в полусреднем весе. В синий угол клетки добро пожаловать боец из Жигулевска Мухаммад Абдуллаев. Мухаммад Абдуллаев представляет город Жигулевск, также клуб Дмитрий Донской. Ему 23 года, его рост 177 сантиметров. Для него это будет профессиональный дебют в ММА. Его рост 187 сантиметров. В его профессиональном активе числятся 3 победы при 2 поражениях. Все 3 победы были одержаны досрочно. К этому поединку он подходит из серии на одном поражении на первом турнире Open Fighting Championship. Потерпел поражение он от Алексея Шуркевича. И сегодня он попытается закрыть это поражение в клетке Лиги Open Fighting Championship. От прыжка до полета вся жизнь в глазах так быстро мелькает. Мы не хотим умирать. От прыжка до полета всю храбрость собрав, прыгнул даже не зная, что окажется там. Но тяжелее лишь боль самой собой, боль самой собой. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 23 года, рост 177 сантиметров. Его вес 77,1 килограмма, и это его профессиональный дебют. Он представляет Донской тим из Жигулевска. Приветствуйте, Мухаммад Абдуллаев. Его соперник в красном углу. Бойцу 30 лет. Его рост 187 сантиметров, а вес 77,6 килограмма. Его профессиональный рекорд. 3 победы при 2 поражениях. Все победы одержаны досрочно. Представляющий Грусофта из Сызрани, вот он, Юрий Маслов. Рефери поединка Вячеслав Киселев. Юрий Маслов является базовым боксером, но уже имеет достаточный опыт выступлений в смешанных единоборствах. Его соперник Мухаммад Абдуллаев, насколько мне известно, имеет опыт выступлений в рукопашном бое и дзюдо. Хорошая двойка в исполнении Маслова. Занимает он сразу же центр клетки. Останавливает попытку. Ух, справа пропускает жестко. И входит в размен
сразу же без разведки решили биться парни. Казалось бы, да? Абдуллаев удачно попал в стойки, но все равно пытается перевести поединок в партер. Попытка была выполнить бросок бедром, но качественно выполняет бросок зацепом от клетки. Пытается выпрямить осанку. Проходит гард Мухаммад Абдуллаев. Юрий Маслов, несмотря на то, что является базовым боксером, сейчас в городе Сызрань работает и тренируется с хорошими грэпплерами высокого уровня, с Алексеем Юрченко, пурпурным поясом бразильского джиу-джитсу, и Никитой Петруниным, коричневым поясом бразильского джиу-джитсу. Поэтому, я думаю, борцовской практики у него сейчас хватает. Посмотрим, как он сможет этот полученный опыт на тренировках реализовать в поединке. Абдуллаев отбивает корпус ударами локтями. Еще один хороший локоть уже в голову. Маслов восстанавливает гард. Опасно оставляет свои руки Абдуллаев. Возможно, выход на болевой прием в исполнении Маслова. Да, и видим мы, что он пытается отключить ручку, но неудачно. Наносит множество ударов Абдуллаев. Зрелищный бросок прогибом в его исполнении. Местная публика буквально ликует и ревет. Очень нравится им выступление местного спортсмена. Занимает позицию маунт Абдуллаев. Хорошие удары локтями. Попытка смастить в исполнении масла наносит множество ударов Абдуллаев сверху. Сейчас берет время, чтобы проконтролировать. Уходит из позиции маунта, позицию бокового контроля. Интересное решение с его стороны. Возможно, более удобно ему контролировать соперника из этой позиции. Ему все-таки виднее, конечно. Удар коленом в корпус. Отдает спину Юрий Маслов. Пропускает удары. Одна минута 7 секунд остается до конца первого раунда. Пока что складывается он не в пользу Юрия Маслова. Абдуллаев после яркого начала продолжает методично разбивать Юрия. Достаточно неплохо складывается его дебют в первом раунде. По-моему, открылось рассечение в области правого уха у Юрия Маслова. Держит Абдуллаев соперника, дает ему подняться. Достаточно серьезно он выложился в этом раунде. И активные добивания были, и амплитудный бросок, который много занимает сил. Посмотрим, насколько функционально готов Абдуллаев. И насколько хорошо восстановится Юрий Маслов. Все-таки достаточно серьезный урон получил в первом раунде. Вот уже 80 лет развивается вместе со страной и Самарской области. Тяжмаш – крупнейший мировой производитель оборудования для АЭС, ГЭС, космодромов и атомных электростанций.
Сохраняя традиции, внедряя инновации, мы уверенно смотрим в будущее. Титульный спонсор турнира OpenFC – легальная букмекерская компания pinup.ru. По промокоду OPEN вы можете получить фрибет до 3000 рублей, а каждому новому зарегистрированному пользователю бонус до 30 тысяч рублей. Переходи на сайт pinup.ru и вступай в игру. Если говорить про котировки букмекеров, то на этот поединок pinup.ru считали фаворитом Юрия Маслова. Посмотрим, получится ли у него во втором раунде переломить ход поединка, который пока что не очень для него удачно складывается. Слышим мы команды, подсказки из угла Юрия Маслова стараться держаться ниже на ногах. Это для того, чтобы успешно контратаковать проходы в ноги в исполнении его соперника Мухаммада Абдуллаева. Заряжается на удар с правой руки Юрий, но пока что не доходит он до цели. Да, и вот проход. И бросок в исполнении Абдуллаева. Но пока что, да, занял он позицию. Боковое держание. Позиция маунта. Попытка амплитудных ударов локтями. Масло пока что грамотно вяжет своего соперника. Отдает спину Маслов. Абдуллаев заправляет руку на удушающий. Нет руки под шеей, нету плотного захвата, но все равно мы знаем, что даже из этой позиции можно провести болевой на шею. Маслов сражается с верхней рукой своего соперника, снимает ее с шеи. Но все равно остается в достаточно проигрышном положении. Соперник за спиной, у него освобождает Маслов одну ногу. Пытается встать. Закрывается. Знаем мы, что не стоит отдавать спину Абдуллаеву, потому что кроме ударов еще и прогибом можно улететь. Попытка выхода на рычаг сейчас будет в исполнении Абдуллаева. Посмотрим, как Маслов защитится от нее. Да, очень хорошо вышел. И получится ли встать? Да, встает. Бой перемещается к сетке. Абдуллаев как будто бы готовит бросок. Хороший обмен. Удар локтями на ближней дистанции. Здорово. Поединок в стойку возвращается. Ух, попытка... Оу, и сразу же проход. Маслов подбирает шею. Подбирает шею Маслов. Но выполняет все-таки бросок Абдуллаев. Маслов оказывается в положении снизу. Получится ли у него второй раз за этот раунд подняться? Отбивает корпус Абдуллаев. Очень неприятные эти удары. Вячеслав Киселев поднимает поединок в стойку. Полторы минуты остается до конца второго раунда. Увидели мы несколько зрелищных разменов в стойке. Вновь Абдуллаев подходит в корпус, прижимает соперника к клетке, закрывает замок за спиной. И
И очередной бросок в исполнении Абдулаева. Попытка улучшить позицию в исполнении Юрия Маслова. Абдулаев пока что удачно контрит. Наносит удары правой рукой. Секунд остается до конца второго раунда. Рекламный спонсор компании «Свет», полиграфия, баннерная печать, наружная реклама, дизайн, печать и пошив экипировки, размещение на собственных счетах 3 на 6 метра и многое другое. Любая реклама по лучшим ценам в компании «Цвет». «Горива Энерджи». Стратегический партнер турнира. Компания «Двигатель Сервис». Буровая нефтесервисная компания, оказывающая широкий спектр услуг при строительстве нефтяных и газовых скважин. И также компания «Спорт Эго». Производит спортивную и корпоративную одежду на заказ. Командная форма для всех видов спорта. Экипировка для спортивных состязаний и сборных команд. Третий раунд. Начинается третий раунд поединка в полусредней весовой категории между Юрием Масловым и Мухаммадом Абдулаевым. Пока что очень уверенно в своем дебюте чувствует себя Абдулаев. Вновь была попытка перевести поединок в партер в его исполнении. Но на этот раз Маслов грамотно отзащищался, даже угрожал гильотиной своему сопернику. В его активе есть одна победа этим удушающим приемом. Над Закиром Алимовым она была одержана на турнире «Battle» под номером 2 в 2019 году. Тем временем Абдулаев вновь оказывается в позиции сверху в партере. Сейчас будет стараться найти позицию для нанесения максимального урона. Абдулаев пытается забрать руку на болевой прием Маслова. Ох, локоть с разворота в партере, какое исполнение Маслова. Очень неожиданный прием в его исполнении. Но, как видим, Абдулаеву не помешало абсолютно это занять вновь доминирующую позицию и продолжать наносить удары сверху. Очень зрелищным получается дебют для Абдулаева. И на самом деле, мне кажется, можно немножко порассуждать. Конечно же, поединок этот еще не закончился, но сегодня на турнире у нас дебютировало уже два спортсмена в полусредней весовой категории. Георгий Журавский в предыдущем поединке одержал победу, как мы все видели. И вот Мухаммад Абдулаев зрелищный поединок показывает. Интересно, возможно, матчмейкеры лиги Open Fighting Championship рассмотрят вариант проведения поединка между этими спортсменами. Мне кажется, было бы очень зрелищным противостояние. Держите,
2 минуты 20 секунд до конца этого поединка. Абдуллаев продолжает разбивать Маслова. Комбинирует удары в корпус и в голову. Попытка Маслова уйти мостом. Но Абдуллаев очень грамотно прочитал эти действия. Вновь оказывается в позиции за спиной у Маслова. Продолжает разбивать его защиту. Продолжает Абдуллаев жестко разбивать Юрия Маслова. И уверенно, я думаю, идти к победе в своем дебюте. Остается 1 минута до конца 3-го раунда. Маслов вновь отдает спину. Достаточно пассивно защищается Юрий. Но Абдуллаев тоже экономит силы. Не готов он пока выйти на финишный спурт. Хорошие локти в корпус. Очень недооценены, я считаю, удары локтями по корпусу. Очень много урона они наносят и очень неприятны для оппонента. И вот выходит он в позицию сверху. Остается совсем немного времени до конца поединка. Возможно, сейчас он будет искать возможность финишировать своего соперника. Для награждения добро пожаловать генеральный директор компании «Двигатель Сервис» и президент клуба смешанных единоборств «АК Самара» Павел Репин. Начальник отдела по физической культуре и спорту городского округа Жигулевск Руслан Юлдашев и президент лиги Open FC Александр Гурьянов. Господа, по завершении 3-раундового боя единогласным решением судей победу одержал Мухаммад Абдуллаев Жигулевск. Я благодарю этого соперника Юрию Маслову. Да, без сюрпризов судейского решения. Вообще, пошло.